Так, ладно, давай сделаем так. Эта ручка, там у меня точно есть. Фонарик сейчас оденем. Так, и калошу сюда. Так, пойдем искать кулера. Телефон. На некоторых серверах обновление. Не понял, что за обновление. Кстати, классные картотеки. Классный лут в картотеках, заметили? Маяк чинит. Ага. Понял. Искать непонятно. В картотеках имеется в виду. Зато сейфы вон богатые. Вы что там, конченые? Сколько у вас там людей, блин, вы чё? Драться будем? Поднимайся на второй этаж, чел. Так. Так. Кто-то еще есть? Двое. Один слева, один справа. Так, один убежал. Второй тоже убегает. Их пятеро было всего, что ли?
Подождите секунду, ребят. Ох, и хера они уже утопали. Чё, спортсмены, блин? А у меня лут, который я подберу, интересно, сохранится или пропадет? Так, тут, конечно, оружие у тебя поинтереснее тут будет, друг. Да и броник у тебя тоже поинтереснее. Правда, вот мало прочности у него. Конечно, проблемка. Ай, забейте, короче. Беги, да куда беги? 7 секунд осталось. Выжил, чат, выжил. Всех троих в голову. Так, а лут у меня сохранился? Интересно. Ха! Yes! Так, хорошо. Отстань. Крапиве где-то чел. Там бот бегал или ЧВК? Что-то я не понял. Не страшно вообще. Леопольд, спасибочки. Благодарю. Че, не умираешь-то? 61-й патрон уже, дружище. Леопольд, спасибо большое. 52-й. А че это он за бомж такой? 52-го уровня. Это челики, походу, туда пробираются куда-то. Да, прямо в огне опасно, вот тут за забором. Сейчас куда хае полетит. О, вправо смещается зачем-то. Живой? Да ты как, блядь?
Ну, либо он за бочкой, либо в треугольниках. А, он еще дальше уже ушел. Прицел, блядь, ты чё? Так прицел меня иногда прикалывает. Ставишь его, он просто убирается, типа. Чисто кайф такой. Так, я думал... На малый сидит... Ой, на малый, на большой сидит чел. Блин, у меня стамина нету. Стамина, вернись! Все? Или еще есть желающие? Опа-на. Ай-яй-яй, блин, ну столько хорошей брони. Столько хорошего всего. Кто-то там у танка балуется. Так. Так. Пойдет что. Газан, блин. Еще. Что? Что? Чат, кто там подкрутил лут? Что это, блин? Даже скриншот сделаю. Это, блин, что такое? Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.